Друзья, всем привет. Значит, продолжаем вот обычные переделки, самоделки. Вот есть у меня такой указатель давления масла. Китайский скаут. Ну, не скаут, но китайский. На одну атмосферу. Вот сейчас буду устанавливать его и подключать к мотоблоку своему. Так, в общем, подключать буду его со штатного места, вот с этого, где стоял грибок этот дурацкий, который никогда не видно и ничего. Значит, что делал? Здесь поставил штуцер с топливной системой, карбюратор пускача трактора. Болт штуцер на 10, фитинг вот этот стоит, шланг на 6, хомутом 10 тянул. Сейчас буду сюда его протяну шланг и буду вставлять его в штатные. Короче, вот в штатную эту, сюда вот, на это место вот. Здесь у меня стоит тезовский на 6 атмосфер, запитанный из-под головки. То есть запитан он у меня из-под головки вот отсюда вот, там где, не видно, наверное, да? Вот где идет трубка с насоса смасляного, где мажет валкоромысел. Так, ну и хочу еще поставить отсюда, вот с этой стороны, еще один запитать его и поставить пока его в штатное, значит, прибор, панель приборов. Там, в общем, стоял вольтметр, вернее, амперметр, я выбросил его, потому что я поставил электрический вольтметр. Ну и сейчас будем протягивать, и надо будет не смотреть. Я купил трубку, но она не подходит сюда. Точнее, трубка подходит, там просто места мало. Нужно как-то изловчиться, ее выгнуть сразу. Вот. Ну что, как получится, покажу. Так, в общем, изогнул я здесь трубку у этого шланга. Изловчился, вот так вот поставил ее. Нормально получилось. Сейчас он подходит. Ну и все, сейчас будем ставить. Туда на место уже. На место все здесь отпилил, трубку отрезал. Так вот сюда шланг на 6 и хомутом стягивается. Так что как-то вот так, ребята, будет это выглядеть. Посмотрим, как это будет в работе. Так, ребят, по поводу вольтметра цифрового вот этого. Как подключается, значит, плюс красный провод от него идущий. Запитывается вот от замка зажигания. С той клеммы, куда идет провод плюсовой с реле регулятора. Вот, он подключается сюда. Вот, и второй к массе, к любому проводу. У меня вот болт стоит. На нем лампочка. А, нет, не лампочка, а на нем вот датчик указатель, вернее, температуру запитан. Минус. То, что в пластмассовом корпусе. И вот вольтметр тоже я на этот же болт сделал. Там вот все просто. Один в цепь плюсовую через, обязательно через этот, ребята, через реле, потому что второй провод идет, вот простой красный провод идет, вот он, с плюсовой клеммой АКБ, он идет тоже на этот, на замок зажигания, но не через реле регулятор. Ну все, установил, в общем, продернул, вот так вот оно будет, сейчас прикручивать буду. Вот сюда вот оно выходит, вот тут соединение будет. В принципе, удобно, можно будет воздух стравить потом. Как-то так. Так вот все, собственно говоря, получилось. Штуцер, шланг продернул. Здесь вот соединение. Все там под ящик приборов. Вон он туда проходит, и вот он здесь стоит. Осталось запустить, проверить.